Привет, это снова я, узнали? Делаю это только чтобы закрыть гештальт, потому что для меня все ясно, мы с ней все выяснили, никаких недомолвок нет, мы расстаемся навсегда. В общем, это в дальние края, прощай, прощай. Wildlife, носорог от Берри М. Не так давно я мучила палетку с панголином, и она мне даже понравилась, знаете ли. Это не тот случай. Мне безумно нравится упаковка. Купила я ее на Look Fantastic со скидкой. Стоила она рублей, наверное, 600-700. Ну, то есть такая прям недорогая, но Colourpop можно купить за те же деньги, и там будет качество получше. Мне очень нравится упаковка. Белый носорог. Я видела носорога вживую один раз в жизни на съемках. Это было великолепно. Я даже его кормила. Это такое очень яркое воспоминание из моей жизни, поэтому, когда я увидела ее, я прям потеряла покой и купила. Зеркало и 9 оттенков теней. 8 оттенков теней и прессованный глиттер. Я не буду переключать камеру и показывать вам вблизи сводчи, поскольку, ну, серьезно, это не тот случай. Тут ко мне едет коллекция новая от Kaleidos, я вот ее лучше вам покажу и приближу. Начнем. На всех, опять же, видите, на всех оттенках есть носорожья лапа, что приятно. В принципе, с одной стороны, вот я на него когда посмотрела, думаю, здесь можно что много сделать, но первый коричневый крэш, он мне, знаете ли, даже приглянулся. Пигментация слабенькая, он у меня находится вот здесь вот. В принципе, если вот так вот понаслаивать его, будет даже ничего. Сам оттенок приятный, наносится нормально, но если захочешь его растушевать, он может просто растушеваться в никуда и куда-то улететь. Мне кажется, я его вдохнула, и он теперь у меня скрашивает мои легкие. Кефару. Тоже такой оттенок кожи. У меня, в принципе, его должно быть особо чуть-чуть розоватенький такой. Персиковатый, его практически у меня не видно. Та же проблема, при попытке его растушевать, куда-то он улетает. Грейс, он находится у меня во внутреннем уголке. Он на самом деле не так плох. Единственное, что видите, он имеет какой-то, он и не матовый, и не металлик, и не дуахром, имеет какой-то небольшой перелив. В принципе, оттенок интересный, но не уникальный, и в том же Kaleidos'е хочу быть просто их амбассадором, потому что я говорю про них, наверное, в каждом видео. В том же Kaleidos'е есть более сильный, более приятный и сложный оттенок, чем вот этот. Но он не худший из палетки, скажем так. Hidden. Серебро. А в палетке Jeffree Star. Как она называется? Которая его предпоследняя. Нет, предпред уже последняя, с Шейном Доусоном. Есть серебро, ради которого стоит жить просто. А это серебро, ну, серебро такое, территориал, такой пудровый розовый. Его тоже практически не видно, он находится у меня вот здесь вот. То есть, ну, кстати, на самом деле на глазу его видно. Вот здесь вот можно его достаточно легко рассмотреть. Здесь чуть заметен он. Он неплох, матовый, неплохой цвет. Wallow. Он сатиновый. Я не очень люблю сатиновые тени, насколько вы сумели заметить. Его, видите, тоже, это и не хайлайтер, и не матовый какой-то растушевочный. Растушевывать вот такими вот сатиновыми я не люблю. Не знаю. Horn. Коричневый, с кучей каких-то тоже, видите, он какой-то как дешевое вот это китайское белье, которое написано шелковое. Немножко не до... Не, ты какой-то все как белый. И, неважно. Реа. Причем название хорошее, идея хорошая. Вот этот вот оттенок тоже какой-то вот... Не все какие-то недокрученные, недодуманные. Ну и Powerful... Прессованный глиттер, он красиво смотрится на пальцах. Я даже покажу его поближе. Он действительно красиво переливается. Но это по ощущениям битое стекло или
сахар какой-то очень острый, и он очень хреново переносится на веко и смотрится на нем как битое стекло. То есть, ну, кстати, даже может быть, видите, он в нем сразу образуются какие-то дырочки. Наслоить его тяжело. Я единственное применение ему нашла, это вот так вот на пальцы его наносить и вот так вот глядеть. Так красиво. Тебе как? Чик, как это вот все. Тю. Что я могу сказать? Какие выводы я могу сделать? Очень неприятно. Какие выводы я могу сделать? Палетка по цветам не уникальна. По качеству очень средняя. По цене приемлемая. Color Pop лучше, Sleek даже лучше. Даже Sleek лучше, чем это. Мне очень нравится упаковка. Ну вот нормально, да. Но опять же, есть хорошая альтернатива. Ну вот нормально. Но такое у меня есть в худи. Ну, это просто за гранью, но так даже красивенько смотрится. Не рекомендую ее покупать, даже по скидке. Я, наверное, знаете, что сделаю? Либо, если кто-то захочет ее, я ее отдам. Либо я найду какие-нибудь рефилы квадратные, выковырю отсюда эти и вставлю туда другие. Потому что упаковка мне очень нравится. Наверное, вот два путя есть. Вам как? Самим-то вообще нравится это? Мне что-то не очень. Это был такой, наверное, экспресс, да, обзор, потому что, ну, долго об этом разговаривать. Это, наверное, можно использовать как скраб. Фу. Мне очень хочется помыть руки, поэтому я побегу и помою их. И увидимся с вами, я думаю, в скором времени. Пока желание снимать и жить у меня есть.